жительница Красноярского края, разбогатела на 22,5 миллиона рублей за вечер. Кассирша отделения Альфа-банка просто сложила деньги в коробку, ушла с работы и больше не выходила на связь. 30-летняя Анна Григорьева работала в отделении Альфа-банка в Ачинске. По окончании своей смены девушка унесла с собой 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро. Сейчас подозреваемую ищут служба безопасности банка и силовики. Связаться с Анной не могут и родные. Мать написала заявление о ее исчезновении в полицию. Муж рассказал, что у нее были психологические проблемы и она даже пыталась покончить с собой. 7 декабря мать исчезнувшей пришла в полицию и заявила, что ее дочь пропала без вести. Следователи даже сильно не напрягались и поняли, куда и почему могла пропасть кассирша. Теперь Григорьеву подозревают в особо крупной краже, за которую ей грозит до 10 лет.